Не знаю, в общем. Не знаю, короче. Ну что, сейчас катаем, да поедем? Ну, блядь, как скажешь, я-то чё, я сижу уже целую ночь, не знаю, чем занять. Выпускной Балтова ГТУ 2015. Чё, пойдем 3 июля? Да, пошли. 3 июля? На. Блять, а когда покупать там шмоточки нахуй всякие? Блядь, наденешь свою жилеточку из первого класса. Да как-то не катит, что ли? Галстук ботяне стрельнешь, да и все. Может, я сразу батю послать просто. Пусть второй получает. Не такой красный. Бля, я думаю, если 26-го, то это же как-то вообще как-то не айс. Это уже, блядь, 2 недели. Не, ну типа там будут все злые, еще будут все придираться, а вот там 30-го, Ну, но с другой допустим. стороны, зато у тебя будет типа оригинальный первый, никого не будет похоже на твой потом. В смысле, блядь, мне кажется, у всех будут абсолютно. Это ж не Курсач по Грише, блядь. Где у всех там одинаковые схемы. Ну, придираться не так сильно еще будут. Мне кажется, наоборот, будут сильно. Вот последние дни они уже устанут пить там просто. Да, Все. блядь, мне кажется, нет вообще ни одного человека, который не смог бы сдать диплом. С нами играет Азат Закиров. Ёбаный в рот. Азад Закиров. Профиль Steam. Ах. Что-то, блядь, Dota даже нихуя профиль не открывает. Steam сломался. За нас еще анаболик играет, кстати. Нахуй, ну поиграли, мне кажется, уже. Короче, Азад играет на Пудже и на Тине. С4500 подъехали. Чё, ебать, куда мы попали? 3600 средний. 4500 такой думает, бля, а мне что делать, нахуй? Ебать, там орёт кто-то. Подожди, это кто орёт этого? Я не знаю, в голосовой, видимо. Сейчас же нельзя орать. Инвокер, блядь. Я думал, ты орал. Не, чё у меня раз? Я уже смирился, что мы сейчас проебем, да и все, в принципе. Куда пойдет 4500? В Блин, харду у тебя пойдет. дверь скрипит, что ли, что это за хуйня? Я ничего, у меня все тихо, не знаю, у тебя что слышно там. У меня только бензопила за окном. У меня вообще все тихо. Оп, цемочка подъехала. Чапельчик будет, посмотри. Это, блядь, какие-то кузовские предсказания, что... Манореген, копье, дрыж-дрыж-дрыж на линии. Бля, ну не знаю, мне кажется. Ну типа Котл ПЛ либо ЦМПЛ, хуй знает, Ну все можно разные. тогда какой-нибудь Бристлбека здесь или Клинкса. Добрый слабак, это монопол огромный. Там, блядь, плюй как, сука. Ну и чё делать-то, блядь, браток? Не Я знаю, походу сейчас СК возьму. нет, я чё, я опять буду эти дебилы не пикнут мне саппорта на линию. Ну окей. Вот ты берешь что дауна, у него ни стана нет, у него только одна Это самый ульта. охуенный саппорт, серьезно. Вот, блядь, 4. Самый охуенный саппорт это Леон, потому что у Нет, него. Леон, вот это лучше Леона, серьезно лучше. Вот, блядь, сейчас. Вот и что ты с ДК будешь делать, блядь, скажешь, привет? Блядь, скину. У нас пуш лес, кстати. Короче, я, блядь, играл 4 подряд соло, нахуй, ни разу не провал ни за рапторе. КДА охуенный. Это реально самый охуенный саппорт. Особенно там, если он в трипле, конечно, у нас триплы не будет. Типа как такое ромищ пуш или что это такое? Да я не знаю, блядь, нихуя тут уже. Болики. Магнус. Значит, без станов вообще не ок играть. Вообще у нас ноль станов будет. Одна привязочка. РПшечка, инвокер, Охуеть, там такие просто станы. ведра, колд снэп, или как там Вот это называется? пацанов хуй на пик, у них есть ДК, есть ЦМ, станы подвезли. Да ладно, мы их выебем вообще спокойно. Ну, блять, да. Это по теории вероятности, мы не выигрывали уже дня 3, блядь, сейчас надо будет. Блядь, что-то мне не нравится. Кубин, ну, не, вообще, чуть Сларк не хочу теперь брать. Подруга разъебет Сларка.
Так бери Свен или Мартру под РПшечку, все, каноничненько. Ну и в итоге я буду бегать за этой подругой и просто... О, отлично, у нас трипла, так что заебись, можешь кого угодно брать. А я песен без стана, ничего. Ну типа у нас есть РП туда... Ну бери, значит, деда Еблиева со станом. Ну типа можно, конечно, деда здесь еще посмотрим. Кто у них там заедет такой. Ну Мартра дед, в принципе, какой-нибудь Джиггернаут, хуй знает. Тролль. Хуёль. Ну ладно. Блять, вот тебе тролль подъехал. Бля, ну слушай, деда он может нахуячить. Че, может Урсу бахнуть опять? Ну давай Урсу, вообще заебись. Пизду, опять проебём. Ты будешь 0.7 там бегать просто мусором. Ну что тролль тебе будет из лотары бахать. А, ну да, кстати, блять, там же тролль не надо нахуй никаких Урс. Ну, так и чё, а, в смысле? Нет, ну да-да-да, бери, заебись, похуй. Да не буду я Урсу брать, это у нас пушка какая-то. Я буду кайтить просто вот эта подруга с ДК. Ну, блять, окей, возьми Мартру или деда. Ну, давай. У нас как-то жиденько, пиздец, как вообще. Ну, чё-то да, есть такое. У нас хуёво, что Новый год-то сбивать нечем. Ну, РП. Ну, если эта пизда где-нибудь там заныкается. Ну, хотя у меня глимс есть, похуй. Так это типа оффлейн квапа или что это такое? Это... да. Ну, охуенно. А, ну да. Против триплы сейчас посмотрим, как эта пизда у меня наблинкуется. На глимс посадил, нахуй, здорово. По пирожок. Что они? Вич-доктор. Ну, блядь. У них просто что-то, ну, хуй знает. Нормально. Мне их пик не нравится больше. У нас какая-то параша подъехала. Аппарат ни в чем не виноват. Сейчас бы аппаратиком поиграть. У нас экзортовый... Ну, блядь, что-то вообще не ок, мне кажется, экзортовый тут. This one is so in the bag. Come now. А может они триплу поставят? Типа... Строй. Ждём ЦМ-ка и Вич-доктором, кстати, нормальный. Там соло против Магнуса Клопа. Бля, нам хуёво будет. А Магнус сосёт. Ну, только инвокер, если выиграет линию. А, нет, там тролль мид, братан. С чего ты определил? Ну потому что никого нет больше. Чё он как бы. Вон у нас ДК вообще тут, блядь. Нет, да. Ну да, ДК закупился на оффлайн такой у него. С щиточком, блядь, и все. И с палочками. Ну и инокер вообще должен разъебать этого, эту шлюху просто как. Братан, мы его будем разъебывать? Наверное. Давай, но нет у нас этого аппарата. Братан, ну... Ну чё я сделал, он, видишь? Ну хуй знает. Типа можно было как... Не, забей. Чё он сказал? Прожимай себе кадила вроде. Кадила? Ой, дебил. Нет, копа мид, всё верно. Значит, оффлайн ДК у нас будет. Ну, ему пизда. Он уже два танка сожрал, слышь. Ну еще, блять, мы его нахуярили там на 5 танка. Он, кстати, не блочил спаун. Ну, заебись. Кстати, ты должен ДК уйти, блять, первого левела. Почему у нас ничего не происходит с ним? Не знаю, я-то готов. Что делает аппарат, интересно? Стаки делает, и чё? Эх, сейчас бы крипа не задонать. Атак! Foul creature. Нормально добиваю, как конченый. Так, братья, у меня тут ДК. Ну, сорян бы. Ой, нашел, слышь, братан, иди.
Ты его вернешь? Да, конечно, верну. Охуенно, ты его вернул в Но он итоге, сейчас а? замерзнет. Он не замерзнет. Значит, сейчас еще раз у тебя будет даггер. Убьешь за два даггера. Главное, что... Кидай, 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 кидай. Ну, я кидаю, но он все равно уйдет у меня. Блин, через 8 секунд только. Не, гоним, гоним, гоним. Сейчас еще по замедлению мы ему пару тычек дадим. Не-не-не. Да догоним, догоним, братан. У тебя сейчас будет блинк и даггер. Че ты, блядь, как ебанутый какой-то. Ебучий анаболик. С настилем у меня. Ну я в итоге проебал. Бери, 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 бери баунти. Ладно, хоть баунти. Вот эта скотина так и будет ходить. На. Уже подъехал обратно. У меня 2 тангуса осталось, кстати. Да. Понял. Эх, сейчас бы крипов увести. Закрой ты рот свой, блядь. Давай СЖДК, давай ДК, братан, поехали. Да блин, мы не убьем вдвоем его, понимаешь? Убьем, убьем, у нас аппарат тут. Охуенно вы делаете. Но в итоге я встану, и он уходит. Да, братан, не... что-то вот как хуйло какое-то. Ну и что, где он? Вот тут вот проедает деревья, блядь. Ну дай ты мне его ударить, ты ебаный урод. Убей, братан. Алёша. Давай, забирай. Блядь, забрал на изич. Нихуя не можете, подводит просто. Да не, и чё мы, блядь, и чё, дай, блядь. Уебан. Всё понял. Всё, не, нет хила вообще. Сейчас привезет себе ботл, наверное. Сейчас откуда у него ботл? Нормал там этот аппарат отводирует. Так, я сейчас на хосте. 3-1 у нас, нокер сдох. Ну ладно, бывает. Так, сейчас попробую напрячь. Папа пошла на низ. Rampant. Так, смотри, братан, сейчас ДК будем выбирать. У меня нет мана. Обходи, обходи. Что, у меня нет мана. Два стика у тебя есть. Блять. И что? Давай. Просто верь мне, братан. Че будет? Ну, я понял, блять. Ебать, тут больно, нахуй. Что тут за зоопарк, блядский? Я тебе говорю, я вот во всех играх также делал ФБ, блять, и вытаскивали триплу просто, потому что это охуенный герой. И ульта потом, блять, если с агонимом, она просто решает. Эх, сейчас бы решить. Чё он говорит? Вапамид. Ну, заебись. Аппарат-то, блядь, сделай там отводик хоть когда-то. Там был только что отводик. Yes. Так, сейчас бы подуть. Да. Вокер опять уходит на 5 хп домой. Что-то у него там ход не сдалась линия. Блин, чё он дует и дует всё? Чё, у него ботл, что ли, снизу? Солринг, может? Нахуй знает, Солринг на ДК. Ну, на оффлайн ДК, почему нет? Да даже на ледовом. Чаще подбить. Всегда хорошо. Так, чё, я думаю, без БФчика или с БФчиком, хуй знает.
Наверное, с боевчиком, братан, у нас Магнус. Ну, ладно. ДК наш какой левел? Четвертый. Охуеть. А у нас Магнус шестой. Мне тоже четвертый. Сейчас будет еще. Бля, почему он не уезжает? Нихуя не понимаю. Блять, у нас инвокер просто кастер нахуй от души. Сейчас дал все мимо. Вот и дабл килл у тролляки. Подъехал. Сейчас пока пойду в мид. А, нет, у нас тут этот хуй есть. Слушай, братан, будем его сейчас ловить? У тебя есть криты уже, нет? Ну, да, есть. Поехали, поехали прямо сейчас. Давай, кидай. Оп, станчик бы в лицо получить. Да, братан, нет навернуть, но ты сейчас его, наверное, должен забрать. Крит! Блять, пошел нахрен. А вот тут крит в тележку вышел, блять. Охуенно. Бывает. Медасик на восьмой, что? Охуеть, пора. Ну, два фрага делал, ты сюда нормально. Бля, ну это вообще... Тут клопа у нас, братан. Ну, я ничего не скажу тебе насчет нее. Я ее верну, вот все, что я пока смог. Так, сейчас бы сдохнуть. Лол. Лол. I'm sorry. Did you say stop? No. Что ты вообще, баха? Давай. Крит, ёбаная помойка. Да чё ты меня учишь-то, блядь? Блядь, сейчас бы не смочь нихуя. Ебланоид. Не, ну это должна быть изи-гейм вообще, потому что с таким началом... 2-0. У меня 3-0-3, как бы. Наш ДК 0-5 оффлейновый. Там уже ульт-аппарат летит, какие-то ебеня. Смотри, кстати, если я Магнус даст какой-нибудь ёбаный шоквейв, то пизда этому мудаку. О, нахуй. Да, ДК купил себе регеночку. Так, братан, сейчас убиваем ДК. Блять. Ну, вижу, он вообще нихуя не чухает. Он сейчас по-любому подойдет. Давай, бросайся. Сейчас побросится. Крит, ну блять, еще один крит, пожалуйста, помойка. Я понял. Вот там тролль пришел. Охуенно, сейчас я его заберу туда. Так, сейчас я за руняркой. Че у тролля-то есть? Фейзы, маска, ну такое. Ну, вроде более-менее. Так, братан, иду на тролля. Бля, ну, не знаю, у меня 800 хп, как бы. Он может меня бах, так-то. Конечно, у меня... Тут, блядь, у нас вич-доктор еще, братан. Ну, сорян, боже. Я надеюсь, я не отъеду? А может, я отъеду? Не, на меня не докинул ничего. Адванс! Ушел на 23 хп, надеюсь, что ушел. Тролль ко мне пошел. Блять, киллинг спре. Только он отдал я сразу. Там вижу доктор, осторожно. Где-то вот здесь. Он какой шестой? Он пятый. Пятый. Маледикта закинет мне нормально. ДК пошел на мид. От грусти. Ну, короче, этот вич-доктор там вылез ебливый. Поздно. Давай, бич доктора. Эх, сейчас боюсь доктора. Ну давай, помойка. А, я понял. Ну кинем ему что-нибудь. Ну кинем ему что-нибудь. Cold snap там, не знаю, кинуть. Че, не сбивают они? Ну у него не было, у него все в ходе было, он уже протестовался. Ой, опа, это что такое, нахуй?
Ебать. 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 Я сейчас бы сдохнуть. От цемочки-то. Откуда она шестая вообще пришла? Это что такое? Пиздец, если бы этот ебаный сенстрайкер попал. Ах ты, блядь, просто ебо. Ты что, от цемки сдох? Ну, она просто бахнула меня ультой. Ну, я не сдох, конечно, но я был близок. Чуть не ожидал, что она шестая. Тролль с иллюзиями. На, пошел ко мне. Пошел нахуй. Так, мне добавочек совсем чуть-чуть, надо где-то подфармить. Совсем чуть-чуть? А, теперь. Ну, тыщенка. Ну, можешь на топ идти, в принципе. Нет, там ДК. Да, что-то не на боссе там собрались. Пойду-ка я на базу для начала. Магнус 6 с арканами и ботлом. Эмпауэр даже единичку не взял. Я понял. ДК там ПТ сейчас подвезет, походу. Как ты сдох уже два раза? Вот так, блядь. Я там что могу сделать, блядь. Ебать, лечу, пацаны. Давай, лечу. Ну а чё, ты будешь кого-то глимсить? Да, я чё-то им вернул, вернулся. Ой, да. Ну, она там еще стоит. Здесь. В смысле, она улетела на ТП, а чё ты ей... Хуй знает, там, блядь, вич-доктор был стрелём, поэтому там было это опасно. Так хоть кого-нибудь бы зацепил бы, да и убили бы его. Знаете, разрушил башню, ага, понял. Так, а босс у него Драгонайт возвращается... Драгонайт возвращается в игру. Блядь, тролль на бы Магнусом бы его ёбнем. Да ща у меня будет ульта, и его ёбнем. Жди, два крипа. Да чё ты дрыщ такой, 800 хп, вдруг ему на башу прокнет, я могу и отъехать. Там у нас, ты видишь, что происходит? Плесел вот туда, может? Нет, нет, ТП. Сейчас, пойду. Я уйду там. Ну охуеть, Копас 7-2, чё это такое вообще, блядь? Это наш инвокер. Арзурбек, блядь. Найс, 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 12 уровень Копа. Инвокер 9. Rampant. Static Storm. Инвокер, покаскуйся, блядь, ну настоящий нахуй цели, ёб твою мать. Ло, не, нормально, нормально, порацию. Вич-доктор, 7-й. Это должен быть разъёб. Там троллинг что-то фармит, кстати, поскольку ульта работает. Нет, нет, поскольку хороший. Сэм Вард нам поставил у нас. Так, нам нужно с Магнусом забрать вот этого хуя, этот Dragon Knight. Нормально, Магнус укатился, блядь. Чё, думаю, может сразу БКБ идти, потому что что-то здесь такое. Сейчас Копа заберёт себя. 16-й какой-нибудь быстрый. Да, Квапа там уже с этим, блядь. Все хорошо. С Орчином. С Орчином? Серьезно? Угу. Нормально. А что она 8 киллов сделала? Ну что, надо бот как-то бахать. Ой-ой-ой, хороший ульт. Нет, хуёвый ульт. Давай, братан, там инвокер.
Ну, помойка. Че такой медленный-то, нахуй? Блять, потому что... Эта хуйня улетает вот здесь. Ну, пиздец. Ну, был же Vision. Я уже собирался блинковаться и... Ну, как бы рул. Да. ВЦМ-очку отпустить. Rampant. Not yet. Stand aside. Fleet of foot. Point booster у этой пизды. Go. Барабан у Сэм уже? Что, лол, что это вообще за игра? Слушай, а гос чистый урон блокирует или увеличивает? Ну, не знаю. Faster. Должен, наверное, увеличивать. Блин, ни одного РП не было еще. Чё-то вообще хуй знаю. Ну, бля, там, потому что никогда никого вместе не было. Возможно, тебе, блядь, не могу, блядь, собирать. Возможно. А то вообще... Посмотрим по игре. Бля, надо РП, пожалуйста, друг, брат. Всех убиваем. Ебать, что с ним делать вообще? Ну что, надо вышку убивать. Конечно. У нас аквилки-то нет никакой. Там клопа горит. Крипарики далеко, а импауэра опять нет, да? Пиздец, он играет просто без импауэра. Тут троллины, кстати, слышишь? Но мы хотим вышку забрать, как я понял. Мы тоже не хотим. Да нет, ты-то забираешь. Здорово. Эх, сейчас бы вышку не забрать, когда он. Вич доктора топор. Так, вот там ДК, идем ДК сейчас забирать. Где? А-а-а. Не, он, мне кажется, обоссится. 1-7. Если он подойдет, отойдет, я его гримсену. О, он купил он форму взял. Ебать. Вот там клопа еще на хосте, слышь, братан? Ебать. А я подъехал, походу. Иди к вышке. Не, бросайся, бросайся, бей, 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 бей. Бей, 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 братан, срочно. Бей, 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 все, они не кастуют. Клопу бей, мана дам. На, мана. Ебать, что творится. Охуеть. А, тангу. Блядь, тангуз даже. Чё, блядь, происходит? Ну, слушай, у нас Аганим скоро подъедет на этом парне, это будет супер просто. Это охуенно под РП-то и под мою. Бля, хоть раз бы РП выйдет за игру. Может, ты Владимир соберешь какой-нибудь, хуй знает. Сейчас Дагер сначала соберу. А чё, у тебя нет отхила, что ли? Ну, я типа сразу БКБ пошел, не знаю, потом может башер. Так, там 3 на топе, 4 на топе. Ну, я не там. Можно делать, но у меня вот так вот, 30-25 секунд. Regeneration. Fleet of foot. Знаете, везу себе ТП, не знаю. Если там что-то будет, то я подойду. Сейчас прилечу. Давай лети, братан. Срочно. Я уже там. Давай, давай. Опа. Опа. А вот и Батяня. Давай вечер, крючок, крючок вернул. Давай эту хуйню, давай в беду. Нет, 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 нет. Беги, братан, в круг. Ебать. Давай тролля, давай тролля. Ебать, ебашь его. Come now.
Блять, он чё, кончи? Охуижен, у него 500 мол спит, хуижен. А вот и БКБ подъехал. Ебать. Пизду иди, иди в пизду. Блять! Иди в пизду. Блять. Да пошел ты нахуй, у меня 50 хп. Блять, инвокер. Братан, у тебя нет отхила, ты не забыл? Ну, у меня есть этот парень. БФчик. 7-0-10 иду. Ну что ж. О, блять, это пиздец какой-то. Я думаю, тролль там уже разъебал все, что можно было. Просто столько мясов. Да-да, мы просто мясанул, блядь, раз пять. Пишешь, что топорики в конце уже такие на Верочку летели. Сейчас, кстати, найдем эту пизду где-нибудь. Свети, свети, свети ее. Лол, блядь, ну и нокер просто плывет. 10 из 10. Да что там тыкает, идиот, блядь, я нахуй с ТП бежал. Опа-на. Так, сейчас бы, блядь, не упустить еще. Но, все, пошли. Не-не-не, да. я сейчас просвечу. Во-во-во. Лол. Охуенно, ультубах. Да, ну где-то здесь уже, наверное. Сейчас найдем. Все, забей. А, вон она, в углу. Куда ты ее, блядь, ебаный в рот? Я сейчас не прорублюсь, если здесь столько, слышишь? Блядь, конец на меня. Ебать, че он мигает-то, блядь, все? Не знаю. Он еще ищет ее до сих пор. Опа. Тролль что-то умеет, походу. Вот там на бот у меня сейчас ТП будет. Бля, там тролли ДК. Че-то я ассусь один тут, блядь. Там еще ты. А вот тут ищи доктор. Я думаю, это мой клиент. А не, что-то он обоссался. Не, ну это по нему точно там отдаем, уже отдали. Ну да. Кстати, ведь доктора можно было. Это что-то я подумал, там копать сейчас подлетит, но когда я подъеду. У нас из нашего леса могут выбегать на нас. Потому что они по всей видимости там, потому что мимо этого варда не пробегали назад. Нет, не ТП сделали, видимо. Вон там ловит кого-то инвокера. Блять, ничего, он такой даун-то просто за ДЦП. Я бегу его спасать, братан. Я не бегу никуда. Пошли. Там не вариант драться сейчас. Вариант. Там аегис с тролля. Блять, ну окей. Нахуй ебаем оттуда. Ооо. Ну все, уезжай, пожалуйста, друг, брат, уезжай. Нормально. Надо сейчас просто пофармить 5 минут, подождать, пока Егис кончится, тогда уже можно бахать. Ну, у нас сейчас вот это нужно будет защищать как-то. Тут можно. Ну, у нас есть РП, нам тролля, это как бы не проблема забрать. Еще раз. Ну, это полагонимо. А, вот ЦМки что там? ЦМки, барабаны и шарпоинт бустер тоже. Тролля, кристаллис и огр клаб. Так, братан, подходи к центру. Да я тут. Ебать, что происходит? РП-то будет сегодня? Алло, хеллоу! Я тоже ищу РП. Так, сейчас эта хуйня встанет. Да я тут. Дагер, братан, блядь. Ну, блядь, вижу, не было, заебал. Магнус вниз. Тыкал. Мы можем пушиться обратно. Что-то у нас по вышкам, конечно, так себе две вышки осталось. Ну да, надо вот эту хуйню идти ломать. Да что-то, походу, придется сейчас дефить вот эту линию. Блять, везло. Хуя себе, не могут бежать, блять.
Да пока я добегу, тут уже полушки просядет. Rampant! A bounty which my matriarch will prize. That way. Инвок, ты такой брыган. Бля, вот, правду говорит. Действительно брыган. Братан, пойдем тролля забирать. Ты видишь, где я? Нет. Ну и посмотри на карте. У меня ТП-дашка улдан, чтоб я как бы подлетел туда. Ну может этот, блять, ульт-аппарат нахуй. Ты сейчас умрешь там, на тебя идут. Или там мид идут. Так, ЦМ с вардами, да, с вардом одним. Ой, копаться ганимом. Она блинковала, кстати, так что можно. Могу ее сейчас попробовать вернуть. Ну я иду, я сзади только там. А у вас РП-то есть хоть? Ну, РП есть. А че никого не везет? О, везет даже, ебать. Ебать, а это что такое, нахуй? Мое. Манки залил. Пошли на один. Ну пошли. Короче, блять, понял. Чё-то бассейн-то завозит каточку опять. Ну, блядь, согласись, что это, блядь, дизраптор, это охуеннейший сайпер, он лучше Леона. Просто здесь потому, что всякие дауны, вот, типа, тролля и ДК играют. О! Блядь, что-то из... В ёлках, наверное, стоит. Чё, дальше не? Походу, не. Что-то тайминг Рошана ты не записал, походу. Так, что там убить чухи? До сих пор полагонимо. Кстати, там... Ой, лол, блядь, сейчас бы развалился, сука. Go. 1375 критуры подъезжает. Чё он тыкает этот ебанутый? Но у нас РП нет, без РП, ну 20 секунд. Все, РП летит уже. Ебать, даже импауэр кидает. Ох, есть. Я сейчас бы паузу прожать. Какой бы дисконнект. Все, пора сворачиваться. Мой слот сплэш просто с таким-то эмпауэром. Я тебе говорю, БФ плюс эмпауэр это просто пиздец. Под Магнуса охуенно Мартра очень идет, как и Свен. Опа. Нет, нихуя. Вот Сэмочку можно. Блецкие каски, ну ебаный. Здесь все. Ну и отлично. Ну, блять, я чувствую, сейчас получу саганимчика. Подъеду. Отхилить станечек. Я сейчас за ТП схожу. Бля, он еще... А, где ты здравствуй. Бля, только сюда каски не веди, брат. Блин, он с ДД инвокер, чё он не бахает? Ну нужно, чтобы... Бля, я стою как бы, мне вперед никак. У Магнуса есть даггер. Он должен ворваться и перевести эту хуйню сюда, пока у нас Т3 не упал. Да, Т3 сейчас проседает. О! Вот уже прям бахнул ему этому, бахнет его прям с руки, ёбаный. Пошёл в пизду. БКБшу. Вот и все, вот я и сдох, нахуй. От хила-то не завезли, нихуя. РП это будет, блядь, лол. What's happened, блядь? Я понял, короче, пора уйдем. РП вот, РП был, РП сейчас. Сейчас это РП завезли. Сейчас еще аппараты отдадут со стриком 8 миллионов. Пизду, где Владимир, блядь? Фу, ну собрал бы, блядь, сам Владимир.
У тебя нахуй такой ГПМ, что в принципе ты можешь себе это позволить. Да я-то думаю, более we can report this is носорог, что? А, ну, бля, да, что-то он пассивно сыграл сейчас. А он РПД дал хоть? Ну, бля, конце, Р. В конце на 0 хп и сдох. Зачем? Надо было вообще уходить, когда меня там ёбнули с ты почти. Они на Рошана, кстати, зашли. Ну, нет, они идут по боту. Ну, ДК зашел туда, в рушпит и не выходил, вышел. Что, мы Т2 отдаем, типа, или... Ну, не, можно подавить, хотя мам, РП нет. Бля, ну чё. У меня вот так вот есть. А там ДК нет, можно без ДК-то вообще найти чё. У тролле БКБ нет. Единственное, кого проблема. Если как-то поставить твою ульту на КВП до того, как она даст ульту с аганимом, то будет все вообще шикарно. Я думаю, сейчас супер баш разделать и чтобы... О, подруг. Ебать, вот это критули просто, охуеть. Че, надо вот там бахать, вот этих парней. Я потратил ульту на квапу. Блин, значит, грустно. Но можно зайти на этого, на Рошана, только чему убивать, опять же. Да, хуёво, что нет. Ничего, не доминатора. Бля, надо МКБ, по сути, ещё собрать. Чё-то миссы подвезли. Рошана ещё нет. На. Так, у Вичухи осталось поинт-бустер, так, они... Это тоже грустно. О, она сейчас пойдет ломать, короче. Она сейчас пойдет вот здесь ломать. Поехали на нее. Ну, поехали на нее. Я нихуя не поехал на нее. Короче, она тут сидит. Что ты за... А ты возвращал? Да. Там громко подъехал. Братан. Но. Короче, она байт. Да. На сынокера нет. Ну и короче, это вообще все плохо, у него даггер и юл. Ну чё, ждем Рошана. Ну он уже есть наверняка. Да, только без какого-то отхила его трудно будет убить. Не, ну можно, конечно, пятером будет. Ой-ой, надо идти там походу спасать. Ебать, ты чё бахаешь вообще что ли? Лол. Так надо вот этого теперь парня. Ну, он нога мне вообще. Ебать, что происходит? Ну, блядь, сказки ебущие. Пошли мид ломать. О, там еще кто-то хуйня, там ДК, слышь? Да похуй на ДК. Ну или нет? А, вот так. Да заебал твою вышку, ну переагрись, пожалуйста. Лол? Чё она не переагривается? Ай на крипа. Серьезно? Ну да. А РП-то было? Давай, давай, хуяр, дебил, у него нет БКБ. 4000 вообще, а есть ли там на нее? Я ее нахуй украл. Чё, блядь, вообще происходит? Давай, давай. Пока одна СМ только будет, блядь. Тролль 9 секунд, надо хотя бы тавр снести. Да у меня есть БКБ и супербаш. А, ну, у меня сейчас ульта тогда будет. Давай большой тогда. Я думаю, маленький, лучше на верочку. Давай, бардан. Давай, блядь, давай, 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 давай. Короче, блядь, на самом деле, братан, это полный бред, Мартра
без отхила, блядь, потому что у тебя такие криты, что ты можешь отхиливаться с одного. Да, удара. Блин, ну потому что я думал, кто-нибудь соберет, я думал, ты сказал. Блядь, у меня нет таких бабок, нахуй, чтобы собирать Владимира. Блин, ну ты собираешь какую-то хуйню. Я сейчас собираю, блядь, ветра, нахуй, чтобы. Зачем? Мне, чтобы, блядь, жить, потому что я пиздец просто каждый рэк не могу проказать, потому что на чем он летает? А, байбэк. Два байбэка. Один байбэк. Мой стрикт отдал. Пролю, наверное. Видишь, доктор, они поделили 807 голды. Ну, это мы все равно гоним уже. Есть, считай. А, ну он байбэк хотя делал, хуй знает. Ладно, сейчас, блядь, надо мне им просто МКБ надо купить, потому что сейчас мисы были вообще жесткие по троллю. Че, у него 16 уровень? Не знаю, собери Владимир просто, собери его. Ну, ща, блядь, соберу после ветров, только это, блядь, будет пиздец как поздно. Он купит хекс, блядь, этому БКБ надо. Ай, ба. Значит, конечно, полез так вообще дерзко. Ну ладно. Или станик, правда. Ну, а тут просто надо МКБ по-любому. Ну, хуй с ним, короче. Я все забей. Я покупаю тогда станик. Надо сюда идти. Да. Тролля вообще, не знаю, у него ГПМ, наверное, 250. Не, у него вроде там что-то есть, критульки. У него кристалли с БКБ и доминатор. Ну давай. А чё, где у нас все-то? Я тут. У нас Магнуса нет. Кажется, я сейчас просто смоки заюзаю, да убьют его уже. Ну, может тут? Ну, да. Надо заходить и убивать нам. Ну, типа надо, да. Вот Рошанчик стоит. Опять мы пока без Владимира. Да у меня есть уже. ДК на меду, ладно, давай. Бахай. Yes. Значит, не побахаешь уже 38 минута. Тут так ты его быстро не убьешь. Я бы Бауэр хотя бы бахнули. Команда даун. Да там они зато гоняют, там у нас нет никого тут рядом. Вот там вообще клапа. Так, что, надо байбек ставить еще на всякий случай. Мята-то нет. Я понял. Ай, в пизду. БКБ у нее, короче, я не посмотрел. Ебать, вот ДК что-то на 1800 хп, ну-ка. Там 3 БКБ сейчас. Ну, криты, где, ёптать? Ёптать, блядь. Ёптать. Да пошёл ты в пизду. Охуенные, блядь, ветра просто. Там, правда, клопа пушит, единственный плохой. На, ну пускай нокер дефис, как мне, не знаю, что такое. Бафни ты мне, эмпауэр, пожалуйста, друг. Эмпауэр, бафни мне. Алло. Конч. Вовремя, нахуй, она подлетела. Ебать, вот это просто пушка. Ну крит, ебаный. Так что тут два нет, придется в трон. Да придется в трон, походу, и правда. Пока есть-то еще есть. Там клопу убили только. Клопа майбэк. Ну, можно идти под раз. Хотя у меня БКБ нет. У тебя уже есть байбэк. Я сейчас приду с ультой. Ну блин, давай. Только тебе надо сначала на нее навыебывать что-то. Короче, можно и так. Я тоже так думаю.
Ну все, заканчиваем тут уже как бы 104 без байбека. Поехали. Поехали. Ебать, ну что это за дэмэдж? Просто, не знаю, 1005 ему, наверное, прилетело. Нет, пизду, что-то я не хочу под фонтан. Хотя... Ебать, нет! А, у меня Егис еще. Да пошел ты в пизду. Ну все, сейчас я ее просто... А тролль зареснулся у меня 900 хп и нет Эгиса. Сейчас ульта будет, потому что нормально. Я похуй, мы тут сломаем нас четверо. Ну чё, давай. Сейчас я его подниму сначала. Бля, скидал. Где дэмэдж? Где дэмэдж, пожалуйста? МКБ это не завезли, блядь. Ну нихуя не завезли, 9000 голды, ничего не завезли. Найс хира, айс рок. Бля, ты говорит тролль, короче, на. Найс хира. Сразу либнул. Ну, бля. А рекорд, Тимурт. Я... Водички бы, блядь, сейчас попить. На.